Наши дорогие, всех тех, кто пришел сегодня в Гулливер, всех тех, кто ждал этой встречи, всех, кто готовился, возможно, даже красиво наделся, возможно, кто-то красиво накрасился, готовил вопросы. К сожалению, конечно, на все вопросы мы просто физически не успеем ответить, поэтому просто низкий вам поклон за то, что вы сегодня здесь, за то, что вы с нами, за то, что вы поддерживаете. Я думаю, это не последняя встреча, не крайняя, даже, скажем так, с Александром. Будут у вас еще возможности сделать это. Я скажу, что сразу после этой фотосессии мы переходим к индивидуальному общению с телеканалами, так что, в принципе, уже вопросы готовить не нужно.